Я вас приветствую всех. Моя самая крутая банда в истории человечества. Полная пачанга. Сейчас посмотрим, что у нас сегодня творится в городе Лос-Кристианос, Лос-Америкас точнее. В центре Лос-Америкас должна быть сегодня движуха, потому что вечер. А вечером в Лос-Америкас всегда движуха. И мы увидим, каким же образом сегодня все это выглядит. Только я не могу понять, с какой я стороны подошел. Но если я не ошибаюсь, я все-таки подошел правильно. Сейчас мы точно узнаем. Все верно, подошел. А, все, я понял. С той стороны у нас набережная идет. С той стороны, вот так вот. А я подошел сейчас с другой стороны. Здесь у нас центр такой. Красивый. Тут у нас бассейн сейчас должен быть. Все правильно, вот он бассейн виден. Все верно, в общем. Мы и на месте. Вот таким вот образом здесь все выглядит. Вечером здесь очень красиво. Бьют фонтаны, горят огни, прогуливаются красивые пары. И сегодня, друзья мои, если у вас, конечно, есть желание, я же не могу без вашего желания вам, так сказать. О, детишечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Хотел его поднять, но мама оперативная у него, быстрее меня так раз, шу, сделала такой рывок. Прыжок, можно так сказать, и подняла его. Пачанга полная! Вот таким образом все выглядит. Смотрите. Все мерцает везде. Вот здесь вот, видите, вот здесь вот русский работает, русскоговорящий. Девушки здесь. Все вот таким вот образом. Полиция стоит. Вот на таких мотоциклах здесь ездит. Видите, полиция локал. Локальная полиция. Сейчас вам покажу. Фараоновские апартаменты. Точнее, фараоновские строения, куда мы сегодня пойдем. Если у вас, конечно, есть желание, как я уже говорил, да? Сегодня хочу вам показать настоящее испанское танго. Если получится, мы туда сегодня попадем. Даст Бог, и покажу, как это выглядит. Вот смотрите, такая красивая музыка играет. Так прогуливаешься по улице. Видите, очень приятно здесь находиться. Вот. Такая хорошая атмосфера. Ресторанчики, кафешечки, все забито. Люди сидят, как уже сказал, вот с той стороны набережная проходит. То есть можно вот так вот выйти на океан сразу. Допустим, вышел на океан, искупался, чик, сюда зарулил. И так, стоп. Gracias. Gracias. Очередная эмиграция. Вот, зарулил сюда, и здесь уже попадаешь сразу, вот эти вот огни попадаешь. Отели, 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 кругом все вот эти отели. С правой стороны магазины, здесь очень дорогие относительно магазины, в том, точнее, что значит дорогие? Здесь есть брендовый магазин, они дорогие, а остальные такие разные. Есть и дорогие, есть и средние, смотря куда зарулишь, как говорится. Вот, много иностранцев. Тут почти все иностранцы, в принципе. Вообще это место, оно само по себе иностранное. То есть, смотрите, здесь нету так называемых жилых домов. Да, вот это все отели. Видите, вот это все отели. Вот это все отели. А с правой стороны такая так называемая золотая миля, я вот так называю. Потому что мне почему-то это место напоминает Монте-Карло, Монако напоминает, не знаю. Но вот именно так я ее называю, золотая миля. То есть здесь продаются очень дорогие, допустим, вот Верту. Верту телефоны валяются, видите? Только цены нету. Телефоны здесь продаются, там роликсы, не знаю, украшения эти, бриллианты. В общем, все на таком магазине, такого высшего-высшего уровня здесь. И цены тоже, конечно, не детские, я вам это тоже записывал уже, вы можете посмотреть. Кольца. Вот, 5600 они стоят евро. Вот это стоит 2480. Такие вот цены здесь. Сейчас покажу вам еще что-нибудь, где ценники висят, но я что-то ценников больше не вижу. Вот. А вот, вот 5, посмотрите, видите, вот это вот кольцо, перстень, да, назовем его так, 5 штук стоит, 5230. Вон то 3000, 3 с чем-то стоит, вон те стоят 4 с чем-то, тоже 4 с чем-то, то есть вот такие вот цены здесь. Так, а здесь что? Здесь тоже, вот смотрите, 4 штуки. Там, что еще?
вот это вот 1200, вот это кольцо, смотрите, видите, жемчугом таким, 1285 евро. Вот, я не знаю, дорого это или дешево. Вот, говорите, как вы считаете. Вот это барселонская, смотрите, какая-то фирма тут представлена. Вот, 2460 евро стоят вот эти вот кольца два. То есть не кольца, а серьги. Серьги. Вот это, вот это кольцо 4 штуки стоит. Ну, смотрите, вот это интересное такое своеобразное кольцо. 10 тысяч евро стоит вон то кольцо. 9870 евро, если точнее говорить. Вон, видите, те два кругляшка висят. Стоит 7425 евро. Вот этот кулон стоит 3300 евро. Такие вот примерные цены. Также есть рестораны. Но рестораны, я не скажу, что прям такие сумасшедшие какие-то дорогие. Цены такие обычные, более-менее обычные, по крайней мере, если сравнивать с тем же Монте-Карло, который я в одно место, где заруливал, там цены были такие не детские, я помню. Так вот, если с ними сравнивать, то здесь цены, конечно, намного ниже. Это я говорю на кафешки, на рестораны, на такие вещи, а вот на эти, на часы, на телефоны, на эти украшения, там уже, конечно, наверное... Все в таком же виде, я не знаю, так как я в них не разбираюсь, они стоят по несколько тысяч евро. Лично я никаких украшений не ношу, поэтому мне сложно что-то это, об этом говорить. Вот смотрите, как здесь все выглядит ночью. И вот здесь вот, вот в этом центральнейшем заведении будет проходить танго. Вот на это танго мы сегодня с вами и зарулим. Вот здесь вот заруливать нам надо, видите, здесь уже люди собрались. Тангисты собрались. Тангисты и штангисты. Вот, билеты продаются. Смотрите, как красиво, друзья. Вот эти фонтаны. Здесь обычно вечером собираются люди, играет музыка и цветные фонтаны. То есть такое представление такое проходит. Интересно, все это видео на видео записывают себе, потому что на самом деле очень красиво выглядит. Музыка играет. И фонтаны тоже бьют. Так, мы пойдем сюда. Вот смотрите, здесь, друзья, с этой стороны как все выглядит. Вот такая вот движуха. Вон там, видите, тоже все в огнях полностью. Вообще здесь очень реально, вот на самом деле здесь красиво. Особенно вот вечером гуляешь, сидишь, пьешь кофе. Просто смотришь, как живут люди. Такие интересные, скажем так, наблюдения делаешь. Вот смотрите, видите, Cartier, Ideal. Вон все такие фирмы идут. Вот Rolex, вот смотрите, пожалуйста. Видите? Так что, такая вот здесь жизнь протекает. Ладно? Банда моя, сейчас мы попадем на настоящее танго, настоящее, и покажу вам, что у нас там творится. Вот, друзья, нашел я цены на билеты. Вот смотрите, видите, 49 евро стоит. Потом, я так понимаю, что VIP, видите, VIP VIP 52 евро стоит. И Super VIP Diamond, понимаешь ли, стоит 79 евро. Пойдем с черного входа, как говорится. Вот можно, видите, отсюда заходить. А можно вот отсюда заходить. Неплохо здесь так все выглядит как-то. Как-то интересно. Так. Ну что, проходим? Да, пойдем. Алло. Здравствуйте. Но здесь что-то я не вижу, где здесь написано, что это танго. Хотя на вид видно, что это танго. Но именно слово танго я не вижу, потому что нам, когда человек объяснял, говорил, что это лучшее вообще танго из всех танго, которые только можно посмотреть. Ну, не знаю, не знаю. Вот. А вот на русском есть, смотрите. Сочетание фламенго, оперы и танца. То есть здесь даже не танго, а фламенко точнее. Вдохновленные талантом Кармен Мота. Режиссер и постановщик Хоакин Марселло. Вот здесь я вот так на русском языке поставлю, чтобы кому интересно, мог почитать,
что это такое. То есть я же буду вам записывать это попозже. По крайней мере, постараюсь записать, если там можно будет как-нибудь что-нибудь в камеру включить. Вот, а здесь пока вам покажу, что мы будем смотреть. Так, друзья мои, закончилась первая часть. Также смотрите, друзья, вот такая вот бумага, видите, на разных языках: английский, французский, итальянский, испанский, вот этот, это немецкий или какой-то язык, я даже не знаю. Вот еще. А, Германия, да? Германия. Германия, да, немецкий. Вот, герман, немецкий языки на русском. Вот смотрите, какие вопросы у них здесь. Мы просим вас, сейчас, секундочку, зум наведу. Мы просим вас ответить на несколько вопросов. Это поможет нам улучшить качество нашей работы и учесть ваши пожелания в будущем. Благодарим вас за сотрудничество. И видите здесь, как вы узнали о нашем спектакле и так далее, и так далее. Вот какое мнение заслужит работа персонала в кассах. Как вы оцениваете хореографию мюзикла. Ну, в общем, лично мне все нравится. У меня никаких недовольств нету. Я доволен, я счастлив. Вождь сегодня гуляет. Вождя сегодня культурное мероприятие. И, в принципе, мне все здесь нравится. Пойдемте тогда в зал. То у нас продолжение сейчас будет. Народ ликует. Стоя, аплодирует. Вот, показали все, что можно показать. Фламенго, всю культуру, традиции, современные, драматизм, трагедию, потом политику туда тоже воткнули. Но иногда такие спектакли бывают, знаете, непонятные. Такие, то есть режиссер, как говорится, сам себе как думает, так и мудрит. А в этом случае все было шикарно, просто реально все понятно и реально все было шикарно. Очень много темперамента, такого мощного темперамента.
что посмотрим, что будет дальше. Смотрите, будет еще интереснее. Вождь сегодня гуляет. Культурное мероприятие сегодня вождь. Почанга. Почанга полная!